Так, а сегодня у нас среда. 18 октября. 18 октября. Ага. 18 года. Моя фамилия Паханов Серик Ибрагимович. Я приехал с Казахстана, с города Кивостузу. Угу. Болезнь Паркинсона я болел 4 года. А вы сейчас не торопитесь. Просто первый раз вы вообще так разговаривали, непонятно было. Я когда приехал, у меня речь не была. Угу. Унятный. Больно было и обидно, что 4 года лечился, ничего толку не было. А всего 50 лет, да? 51 год. Угу. Вот сейчас у меня пропал тремор. Угу. Пропал тремор. Появился. Тремор только сегодня прошел, да? Да. Появился. То есть вы на 2 недели, по 5 дней на прошлой неделе, и сегодня вот третий день сделали только, да, что. Да. Угу. У меня сейчас улучшилось настроение. Я полтора года ездил в Китай, результата не было. Угу. Это просто, видите, процедура мне стала намного легче. Первая процедура, мне была потливость. Угу. Меня болталось со стороны в сторону, как будто пьяный. Потом все это стало проходить. Угу. Началась потливость, откуда ни возьмись, появилась простуда, бронхи начали очищаться, мокроты начали выходить. Потом постепенно начала выравниваться походка, шарканье перестал шаркать ногами. Ну, сейчас просто расчувствовались, это от того, что вот эти годы информация была, что это все, конец жизни уже. Сейчас, конечно, так. 4 года я страдал, 4 года я болел. Угу. Тяжело болел. Угу. Сейчас успокоюсь. Ну да. А вот про нас в интернете узнали, получается. Мой друг, коллега, адвокат, он прислал мне этот вырезку с интернета. Угу. И я после этого взял эту вырезку, внимательно прочитал, посмотрел. Угу. Созвонился с клиникой, потом записался. Приехал в Краснодар. Приехал в Краснодар, прокурсировался, начал лечение. На первый курс лечения мне это, когда укол делали, я просто не ощущал боль, ну что, от укола. Первые дни. Да, первые дни. Ну, боль вообще такой реактивной боли не чувствовал. Чувствительность была понижена. Понижена, да. Вот первая неделя прошла у меня такая. А уже вторую неделю уже началось уже... Перестройку почувствовал. Да, со вторника на среду уже началась боль в спине, уже от укола боль. Это уже чувствовал боль, такую резкую боль уже чувствовать начал. Uh-huh. А сегодня утром проснулся, в четверг, у меня уже тремора нету, болтания нету в разные стороны. А сейчас четверг? А, четверг сегодня. Сегодня четверг. В четверг обычно колбасит, ну, так как молодежь говорит, начинает ломать. Да, у меня вот первую неделю, когда четверг, я пропуск процедуры, потливость была страшнейшая. Вот. То есть мы взломали эту нейронную сеть? Да, я под градом был, я просто сидел, мне под градом шел. Угу. Потом у меня появился кашель, угу. Начали на губах вылазить простуда. Потом началось, у меня этот тремор усилился. О, это хорошо. Тремор усилился. А изначально был тремор, да? Изначально был тремор. Потому что Марина говорит, что у вас такой сильный был тремор. Тремор сильный был, у меня тремор не проходил. Я пил таблетки на ком, и у меня врачи прописали, только усилили дозу. Три таблетки на кома в день, три на кома и этот Мирапекс на ночь. Я это пил, мне эта вся таблетка себе помогала на час-полтора, не больше. Но сейчас лицо живое. Да, у меня маска сошла. Угу. Я улыбаться стал. Угу. Я начал жизни радоваться. Угу. А сегодня что вы, я перебил? Вот утром проснулись, что почувствовали? Я сегодня поспал хорошо. А, вот так. Просто поспал. Угу. Настроение будильник, лучше. Да, будильник разбудил. Будильник разбудил меня, я потом проснулся и удивился, у меня нет тремора. Ну и сейчас нет. Вот нет тремора. Ни рук, ни ног. Ни рук, ни ног. И правую сторону полностью болтала. Угу. Вообще трясло. Угу. Ну это вот сейчас только что сделали процедуру. Да, процедуру только сделали. Я вышел с процедуры. Уже ощущаю болезненно, ощущаю процедуру. Уже боль в спине появилась. Угу. Я уже спину чувствую.
Это поясничная боль еще не проходит, но потихоньку я уже выровнялся. Но им сказал, что они в шахматном порядке спину сделали. А вообще, вначале я полусогнутый ходил. А сейчас? А сейчас я вот хожу ровно. Ну, вообще, встали хорошо. Ну да, как бы нормальная походка, да. Даже лучше, чем вот сейчас вы утром зашли. Да. Это вот это вот, ну, такая от таблеток. А еще. Вначале, когда я приехал, там мне вот так болталось, перед ней назад вот так качало. Я вот так постоянно был согнутый ходил. И ходил вот так шаркал ногами. Так шаркал вот так. Ну да, да, нога тянется, да. Ногу тяну. А сейчас я уже ни ногу не тяну. Ну, свободно, да. Да. Это очень болезненно, этот, обидно, когда вот, ну, твой парень тебя болеешь. Да, и когда говорят, что это неизлечимо. Ну, а я стараюсь вот эти видео, хорошо, что вы соглашаетесь сняться, чтобы показать, что это, ну, все это по-настоящему. А те разговоры о том, что, ну, а почему вот тут вот вы в Краснодаре лечите, а в других местах не лечат. Ну, потому что я это придумал. И, кстати, на сайте я всем рассказываю, как это делать. А то, что люди не верят, что это излечимо, ну, это их мнение, что могу сказать. Вообще, когда поставили диагноз Паркинсона, для меня как бы приговор. А ничего, ничего. Что-то вы прям расчувствовались так. Кажется, это же излечимо, благодаря вашим стараниям. А там жене звонили, детям, там, родственникам? Нет, еще не звонил я. Не звонили? Нет, еще. Ну вот, увидят. Просто я с утра встал, просто пришел сразу в клинику. Для меня это самая радость. Я плачу за то, что она, что эта боль прошла. Ну да. Ну и просто вся жизнь, она вообще не позади, как думаешь. Если поставили такой неизлечимый диагноз, все, скоро загнешься, как вот это показывают на картинках. Ничего этого не будет. Да, что доктор, это еще страшная болезнь. А когда вы лечите... Это чудо. Ну, оно должно нормой стать. Это чудо. Что вы лечите такую страшную болезнь? Ну, а то, что медицина... Знаете, как говорят, медицина не признает. Между прочим, я не скажу, что это так. Потому что вот как любая проблема, человеку задай вот, ну, какой-то группе людей, какую-то идею скажешь. Одна часть скажет, мы не верим. Другая скажет, мы верим. А третья скажет, а мы не знаем. Вот даже это как на голосовании. За, против и воздержался. Так про этот метод говорят, да, это невозможно. Ну как невозможно, вот вы передо мной. Я вот когда даже ехал сюда, к вам в Краснодар, я про троих людей говорил, ехать со мной, двух инсульников и одну женщину, болезнь Паркинсона. Они никто не поверили. А я поехал сам один. Ну и кому будет лучше? Конечно, мне. Ну вот. Я вот, в действительности столько боли и страданий выстрадал, а то за 4 года. Полтора года ездил в Китай лечиться, результата никакого не было. Просто вот. У Китая имидж лучше, чем у нас. У Китая, у Израиля, Германии, Швейцарии. Да, мне предлагали в Германии ехать, в Соединенные Штаты Америки ехать, это все было. Мне предлагали в Казахстане сделать операцию удаление этих пластин. Я отказался. Да, это опыт и все. Это я просто отказался. Почему? Потому что я не терял надежды. Я приехал когда сам к вам сюда. Я приехал тоже с такой двоякой надеждой, вылечит, не вылечит, верить, не верить. Так мало того, вы еще тут видите людей, других. Да, я вот приехал, когда вот видел здесь, с Чечни видел, с Дагестана видел, с Баку видел, со всей России видел, с Ростова видел, с Москвы видел. С этой болезнью. С этой болезнью, да. Видел. И которая не первый раз, вот из Баку, она уже давно, по ней даже не скажешь. Она уже полгода как ездит. Ну, она по чуду ездит по 3 дня, по 4 дня ездит, не больше. Ну, потому что по ней уже и не скажешь, с виду, то ее тоже так здорово. Она сама говорит, что у нее легче, что у нее вообще колбасило, сильно трясло. Да, вот, она стесняется сниматься просто. Да. Вот мне еще я видел людей, которые говорили, что приезжали из Германии, с Соединенных Штатов Америки приезжали. Вот, ну, в Германии был вот человек 2 недели назад. Да. Вот, из Австрии, да, у нас с разных мест. Просто они не хотят сниматься, так, чтобы показать это. А вообще, доктор, вам большое спасибо, что вы есть, что вы лечите. Большое спасибо.
Ну и вам спасибо за то, что соглашаетесь об этом рассказать, не стесняетесь. Людям и нам на душе хорошо, мы просто чувствуем себя не бесполезными, что мы хорошим делом заняты. Ну а кто не верит, ну я не знаю, что тут сказать. По-моему, я теоретически объяснил, как это получается, если бы мы фокусы делали. Так раз, а вот смотрите, у меня все на сайте объяснено, почему это происходит. А кто не хочет этого понимать, это уже его личное дело. Я прочитал внимательно ваш сайт, изучил ваш сайт. Я вот все досконально, все ролики пересмотрел, потом я приехал сюда. Угу. Я благодарен вам. Угу. Спасибо.